Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за футболиста в FIFA 17, заканчиваем, можно сказать, сезон. Спрашивали на стриме, сколько, в принципе, планирую сделать серии по карьере футболиста. Ну, давайте, друзья, посмотрим, что у нас здесь по сезону. Сейчас наша команда находится на 5-й строчке, но у нас еще матч в запасе и, собственно, неплохой шанс, чтобы подняться на 3-ю строчку. Мы можем, если выиграем, поднимемся на 3-ю строчку. И так, у нас сейчас апрель месяц. Здесь матч Бавария, Тоттенхэм, Вест Бромвич, Суонси. В мае месяце еще 4 матча. Ну и, собственно, приближение лета. Там остатки игр какие-то, может быть, еще матчи Лиги Чемпионов, если мы пройдем дальше. Так что, в принципе, еще пара-тройка серий будет, как раз, возможно, до выхода демо-версии FIFA 18. В нее, я думаю, мы плотненько засядем, постримим, потому что, по идее, команд там должно быть большое количество. И лично для себя я хочу немножко ее поосваивать, чтобы для карьер на выходе уже полной версии у меня не было особых проблем с пониманием всей фишечки игры. Потому что каждый год они что-то подкручивают, каждый год нужно к чему-то привыкать. Какие-то, может быть, новые пасы или там навесы, удары. В общем, в демке мы со всем этим познакомимся. Ну а сейчас у нас матч против Миддлсбро. И мы его начинаем в запасе. Так что давайте пока болтаем, просимулируем это все. И также, друзья, давайте наберем не меньше 400 лайков для следующей серии. И лучшие комментарии попадут в следующий выпуск. Такс, это у нас как раз матч премьер-лиги, если сейчас наша команда выигрывает, то мы попадаем на 3-ю строчку. В итоге мы проиграли 2-0, ну это, конечно, печально. Если бы, я вот повторюсь, наверное, в который раз, если бы карьера у нас шла чуть пораньше, карьера за футболиста, то я бы, скорее всего, в Манчестер Сити не перешел. Все-таки это не та команда, в которую я бы хотел попасть. Команда прислала единственное нам предложение о трансфере. И, так скажем, переход был немножко сделан в торопях из-за выхода новой версии FIFA. Если бы у нас было еще, скажем, там, может быть, месяца 2-3, то, возможно, я бы подождал и перешел в какую-то другую команду. Но FIFA 18, у нас будут различные тоже карьеры. Не буду я сразу набирать кучу. Будем играть постепенно. Также будет Ultimate Team. Что там у нас? Драфты. Ну, в общем, ребят, все впереди. Все будет. Сейчас у нас ответная встреча против Баварии в Лиге Чемпионов. И в первом матче они нам проиграли 2-0. А сейчас 2-1 выиграли. И по сумме, получается, по идее, мы должны пройти. Потому что мы выиграли 2-0 в гостях. И вот этот гол Уолкера, он принес как раз победу нашей команде, по идее, и проход дальше. Ну, сейчас посмотрим. Потому что по голам получается 3-2. И по идее, мы должны пройти. Сейчас смотрим тогда в таблице. Есть ли какой-то новый матч Лиги Чемпионов? Да, против Реала. Против Реал Мадрид будет выступать Манчестер Сити. Сейчас у нас кубковая встреча против Тоттенхэма. Не знаю, выпустят ли нас. Ну и вот, ребят, наш первый матч сегодня. Мы играем против Тоттенхэма. Мы в стартовом составе. Погнали. Немного дождливая погода, но стадион сегодня Уэмбли забит под завязку. Потому что встречаются две сильнейшие команды из английского чемпионата, но это кубок. Это кубок, и нам показывают, собственно, второй полуфинальный матч. Там играет Челси с Лестером. Тоже интересная такая парочка. Ну и вот, собственно, мы вместе с Инсиньо. Поют трибуны. Судья дает свисток, и мы начинаем. Мы начинаем с первых минут. Хороший прессинг. Эриксон, Карри Кейн, Ваньяма. Мы здесь против двух. Нас немножко зажимают в коробочку.
и проскочить просто не получается. Снова Тоттенхэм берет мяч под контроль. Де Брюйне на фланге. Здорово. Ну, нарушение. Ну, судья, ну, не было там никакого толчка. Эх, снова долго. Надо побыстрее, побыстрее давать пасы. Здесь у Инсиньо не получилось. Ну, а здесь снова мяч до футболистов Тоттенхэма не доходит. Ой-ой-ой, а тут желтая карточка должна быть Харри Кейну, судья. Да, сразу жесткое выносит наказание арбитр. Желтая карточка. Вот сейчас хорошо, у Инсиньо есть свободная зона. Инсиньо. Ну, слишком долго он возился с мячом, и снова Инсиньо. Хорошая попытка, но пока мы разворачивались, успел защитник накрыть этот удар, и почему-то не угловой. Сейчас нужно убегать. Инсиньо, ну почему ты пробил выше? Какой момент? Сейчас мы могли в раздевалочку закинуть. И прям точнёхонько на ногу, но чуть-чуть свалился. Гвардиола хватается за голову, потому что действительно это был момент первого тайма. Это был момент первого тайма. Мы смогли выцарапать мяч, прорваться по флангу и сделать отличную передачу на Инсиньо, но, к сожалению, тот не попал. По ударам первого тайма по одному удару, и то не в створ у обеих команд. Это, конечно, говорит о том, что игра действительно напряженная. Игра напряженная, нервная, моментов не очень много. Нейнгалан, здорово. Инсиньо, ну скидочку бы в центр. Мне кажется, немножко Инсиньо сегодня торопится. И бить. И гол. Стелящимся ударом в дальний угол мы поражаем ворота соперника. И, друзья, выводим нашу команду вперед. Да, небольшое было такое затишье. Возможно, это игра до единственного гола. И здесь в последний момент мы успели пробить. И между ног. Между ног защитнику прокидываем мяч в дальний угол. Ух, Гвардиола доволен, друзья. Ну и, знаете, немножко отлегло. Мы забили гол. Первый гол в этом турнире. Но какой он важный. Это полуфинал. Штрафной. Три минуты арбитр добавляет. И мы пока еще на поле. Лалана вышел вместо Ваньямы. Так, аккуратненько. Нас ждет еще угловой. Это значит, что голкипер. Голкипер штрафной. Еще одна подача. Эриксон. И все, друзья. Мы выходим в финал Кубка. Это был нелегкий матч. Я думаю, сейчас мы узнаем, на кого же мы попали. На Челси или, возможно, Лестер. Так, ребят, у нас матч против Вест Бромвича. Мы сейчас посмотрим, как у нас обстоят дела и на кого мы попали. Кубки. Кубок против Лестера. Все-таки у них получилось обыграть Челси. Тут, к сожалению, нам не посмотреть, каким счетом они выиграли. Но мы можем посмотреть по таблице. Наша команда сейчас находится на пятой строчке. Но, опять же, у нас еще матч в запасе. И у Челси матч в запасе. Так, это наш турнир. Но Арсенал с Манчестер Юнайтед будет тяжеловато догнать. Уже 10 очков разницы. Лестер выиграл 2-0 у Челси. Вот такие вот дела. Ну и у нас матч против Вест Бромвича. Мы играем в гостях, и мы в стартовом составе. Поехали. Я думаю, друзья, в чемпионате нам уже за первые места не побороться, но хотя бы в тройку войти мы можем. Ну и, собственно, выиграть кубок и, возможно, достойно сыграть против мадридского Реала в Лиге Чемпионов. Но для начала нужно выиграть Вест Бромвич, причем что в гостях. Это будет, я думаю, нелегкий матч, так как хозяева явно не собираются
отдавать очки. Сегодня Ракитич, Рахим Стерлинг, Гюндоган. Все эти ребята с первых минут на футбольном поле. Лерой Сане, отлично, мы его кидаем в прорыв, он набирает ход. Кто в центре поможет? Вижу я там Гюндогана. Но Сане решил пробивать сам и заработал лишь угловой. Здорово, снова на Лероя Сане играем направо. Ну вот у Сане пас не получился, но тут как тут. Был Гюндоган, перехватил и еще один угловой. Удар по воротам, снова сваливается мяч с левой ноги. И снова в концовке мы могли забить, но не получилось. Тренер пока доволен нашими действиями на поле, но я сам не особо доволен результатом на табло. 0-0 с Вест Бромвичем — это все-таки не то, что ждут болельщики нашей команды. Подача Лерой Сане. Нет, не получается. Гюндоган. И не дают пробить. Махнули ножкой мимо мяча. Но заработали аут вблизи штрафной соперника. Фернандиньо, зачем же ты переводил? Можно было пробивать. Еще разочек. Гюндоган, и бей! Зачем ты мне отдаешь назад? Я нажимал специально кнопку удара, чтобы ты бил. 2-1. Выход Вест Бромвича. Соломон Рондон укрывает мяч корпусом, но не получается у него все-таки пройти. И что, остается 3 минуты, ребят. 3 минуты. Вроде бы Ман-Сити накупил игроков, но вот слаженности в игре нет уже в каком матче подряд. И снова нам не хватает свежести для принятия решения. Опасно, там один Рондон. И успевают. Заканчивается встреча, друзья. 0-0, напряженный матч. Как-то последние игры за Ман-Сити действительно складываются для нашей команды очень тяжело. Показывают нам Рондона, который сегодня нагнетал обстановочку вблизи наших ворот. Ну и, друзья, увидимся в следующей серии. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.